Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем рубрику ретро-игры. Итак, продолжаем мы с вами проходить Super Mario Bros. Вот, какой у нас четвертый, да, уже четвертый мир получается, вот. И ставим лайк и погнали. Итак, продолжаем. Четвертый мир, 4E1. Что преподнесет нам этот мир? Окей. Спуститься нельзя? Нет. А, смотри, уже шип... Облачко. Кстати, эти облачки, они засранцы. Я помню. Я помню, как я что-то мучился, короче, с этими облачками. Они меня доставали раньше. Вот эти штуки, которые оно скидывает... И на них нельзя, короче, прыгнуть. Они, видишь, шипастые. Шипастые. Тихо. А, нет! Ну, бляха, ну почему так? Ну почему так? Нужен еще один гриб. Бляха. Конец игры? Да ладно, ты что, у нас есть сейф-стет, ты что? Не надо нам такого, не надо нам говорить, что все кончено. Блеха, вот жесть. Окей, чувствую, мы здесь надолго застряли. Так, грибочек! Блеха! Вот как так? Я взял гриб и сразу же его просрал. Сразу же. Ладно. Хрен с этими монетами. Попробуем пробежать. Яха. Нет. Отлично. Так, мне нужно спуститься вниз. Мне срочно нужно в канализацию. Оп, отлично. Хорошо. Так. Погоди-ка. Опа. Бляха, а тут... вы, по-моему, говорили, что я могу, короче, как-то... Вот так вот сделать. Бляха, не получается. Чего не садимся? Почему? Давай еще раз. Ладно, хрен с ними. Бляха, надо было сначала взять эти монеты, потом, короче, взять гриб. Ну ладно. Мне бы эту шипулялку сейчас, и вообще шикарно было бы. Так. Ништяковый подгон. Мы говорили, что я могу, короче, как-то... Вот так вот сделать. Бляха, не получается. Опять плавать, что ли? А, нет. Просто подземная. Тихо. Не разгоняйся. Аккуратно. Вот разбежался. Опа, жиза. Опа, вот и пулялка, хорошо. Но здесь хоть нету этих рогатых. Так, еще один, смотри, цветок. Аккуратно. Тихо, аккуратно. Ай-яй-яй. Опа. Поверху не пойдем. Здесь могут быть эти... Здесь могут быть секрет, который можно переместиться с мира в мир. Но этого мы делать не будем.
А тут смотри, какие-то вон. Эти. Леха. Еще ниже. Еще ниже, ты прикинь. Так, этот мы не разбиваем. Леха, как? А как мне тут прикажете делать? Леха. Время-то не казенное, время-то сейчас кончится. Тихо. Аккуратно. Да падай ты. Да падай. А, ладно. Хрен. Нижний попробую забрать. Ну и вот это. Нижний и вот это. А остальные, бляха, не получается. Не знаю как. Тихо. А есть еще? Есть еще спуск вниз? Нету, да? О, это бронированная хрень! Леха, время! Время, времечко! Бегом! Осталось чуть-чуть. Ай-яй-яй! А как тут-то? Я-то... Вообще жесть! Просто жесть! Охренеть. О, а здесь чекпоинт, походу, был. Неплохо. Оказывается, еще чекпоинты есть. Грибок! Грибочки. Так, аккуратно. Аккуратно. Вот так вот. Видал, просто комбо. Комбо. Тихо, а здесь, по-моему, было это, что-то там, что-то было же, нет? Нет, ничего не было. Бляха, как тут? А тут вот так. Отлично. Жесть. Бляха, я как будто первый раз играю, вообще, просто, я не помню ни черта. Вообще. Ну, потому что раньше постоянно, знаешь, проходили вот этими сокращениями, вот этими всякими штуками, но я полностью, по-моему, не проходил вообще Марио. Так, сыв-стыв. Окей. Мы с вами держимся все на этих. С одной жизнью. Бляха! Как так-то? Почему? Как я так умудрился не допрыгнуть просто? Оп. Отлично. Да в смысле, почему не допрыгнуть-то, бляха? Что за дичь? Так. Оп! Да, в смысле? А как тут? Я не могу тут допрыгнуть, в смысле? Надо с разгона, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, ждем, короче. А, они не падают, ублюдки. Так, ну-ка, сейчас попробую с разгона. О, отлично, залетел. Просто, это залет. Это залет. Хорошо. Собака! Субуку! Надо было, короче, с этой, где я цветочек взял, оттуда, короче, прыгать. Вот он, трэш Марио начался. Вот он, Бляха, я забыл, здесь надо... Ай! Вот началось, короче, вот. Вот он наш добрый Старио Марио, блин. Старио Марио. Эть, залетел, хорошо. Так, а тут, короче, вот прям цветочка, прям вот отсюда надо запрыгивать. Вот так вот. Я здесь... Ой, как высоко! Ой, как высоко! Ой, как высоко! Просто дичь. Так, здесь мы уже научились. Здесь мы уже научились, здесь мы все знаем. Так делаем. Отлично. Вот так. Здесь, бляха,
Здесь, короче, вот отсюда сверху. Вот так, вот так. Тихо, 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 тихо. Фу, отлично. Убить. Убить красную черепаху. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, аккуратно. Аккуратно. Тихо, тихо, тихо. Нет, я опять высоко, слишком, 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 бляха. И как тут? Ой, все упало, все упало, все пропало. Фу. Ну хоть так смог тогда прыгнуть. Чтобы я не выдержал. Надо было с этой платформы, короче, сюда запрыгивать. Ладно, окей. Окей. Ну, 400 тоже немало, в принципе. Окей. Вот финальный. Финальный. Финальный босс. Так, не смогу, да? Финальный босс. Надо чаще стараться, ну не то что чаще, надо стараться пользоваться, короче, вот этим ускорением. Вот. Тихо, 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 тихо. Так, отлично. А тихо, проверить. А проверить. Нет. Блях, а чё оно такое бесконечное это все? Одно и то же. А вверху надо бежать, что ли? Точняк, надо было просто поверху бежать. И так бы я бесконечно бегал. Жесть. Воу, воу, воу. А тут как? А здесь по низу? Давай попробуем по низу пробежать. Бегом, 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 бегом. Да, отлично. Ой, а здесь смотри, 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 всякие. Давай бегом! Отлично! Мне повезло то, что это... у меня была... жиза. Окей, очередная принцесса спасена, но это не наша принцесса, как обычно. Вот, друзья. Окей, так, сейв стэт. И давайте, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока.